Всем привет, мои дорогие друзья, подписчики. С вами снова я, Карина. И вы на канале Harry's Fantasy. Сегодня праздник, верное воскресенье. Я вас с этим праздником поздравляю, мои дорогие друзья и подписчики. И сегодня мы решили показать вам, как мы начинаем подготавливаться к Пасхе. Итак, начнем. Посмотрите, это яичко. Видно? Видно. Вот сюда повесим. Опа. Это тоже, это такое же яйцо, вы видите. Повесим его сюда. Красиво. Потом будут яйца еще красивее. Да? Да. И даже фигурки потом будут. Красиво украсим веточки, подготовимся к Пасхе. И будем все это снимать на видео. Такая красота уже наступает. Мне нравится. Да, мне тоже. У нас такой красивый дом будет к Пасхе. Пасху мы будем встречать красиво. Я сейчас попробую. Опа, получилось. Какие там у тебя еще есть яички? Какие? Да. У меня есть еще красивые такие яички. Вам понравятся. Следующие яйца. Смотрите, какая красота. Да. Здорово. Есть. Оранжевенькая, красивая. Мы вот это перевесим. На это место повесим красивенькое яйцо. Они все красивые. Красивое такое, оранжевое. Смотрите, какая красота. Желтенькая, да. Да, дабы нам повесить такое красивое яичко. Придумала. Сюда. Опа. Посмотрите, какое красивое. Розовое. Мой любимый цвет. Я люблю розовый. Куда бы мне его повесить? Давай-ка сюда. Опа. Видно? Видно. Возьму вот это. Синенькое. С другой стороны одинаковое. Такая красота будет. Да. Да, поставь. Еще плюс там еще игрушки. Фигурки. Мы поставим эту вазочку с яичками в самом видном месте. На будет столике праздничном. Да. Будет и стоять, у нас будет украшать. Красота стоять. Да. Я писула. Угу. Вот какая яичко. А еще скоро мы будем красить яички. И мы это тоже снимем на видео. Обязательно. Да. А вот фиолетовое яичко. Здорово. А как звездочки блестят. Да. Как будто бегают, прыгают солнечные зайчики. Весь желтое яичко. Давай. А вы где думаете? Давай вот на той дальней веточке, на какой-нибудь. Ой. Ой. Упал. Пальцы расстегнулись. Расстегнулись пальчики? Вот. Так. Посоединились. Еще у меня есть вот такие, всякие разные. Покажи, какая красота там. И такие вот цветочки. Ага, здорово. Давай их тоже повесим. А ну-ка. Давай-ка. Вот сюда. Вот.
Вешаем. И повесили на веточку. Опа. Здорово. Есть что-то еще? Да. Последняя игрушка. Последняя? Или, может, в травке еще откопаем. Это у нас что? Цыпленок на яйце. Угу. Или это все-таки... Нет, это... Очень небольшая. Цыпленочек, желтенький. Цыпленок. Пусть цыпленок пасхальный. А есть пасхальные цыплята? Интересно. У кого-то пасхальный кролик, а у кого-то пасхальный цыпленок. Точно. Вот пусть ребята ответят в комментариях. Да. Пусть ребята в комментариях ответят. На последняя игрушка. Да. Мы нарядили наши веточки. Еще нет. Я никак не могу подцепить. Оп, прицепили. Нарядили красиво. А как пахнет. И дом у нас теперь будет красивый, нарядный. Пахнет елками. Да ладно. Елками? Да, пахнет елками. Пишите, дорогие друзья, подпишите. Кто знает, есть ли у кого-то или вообще существуют пасхальные цыплята? Пишите в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Кэрис Фэнтези. Пока-пока! Пока и всех с праздником, с верным воскресеньем. И присоединяйтесь к нам в следующих видео. Пока!